Привет, мир! Мы починились наконец-то и продолжаем свой путь в Ярославль. По поводу того, что мы сломались где? Мы сломались в 150 километрах от Воронежа, не доехали 150 километров. А дальше, значит, мы проторчали день, реально, с 5 утра до примерно 11 вечера. Мы находились на трассе, у нас заканчивалась вода, у нас не было еды, нашли какие-то конфеты, нашли банку тушенки, перекусили там ближе к вечеру. Но при этом был туалет с водой, и то это уже хорошо, это уже нам очень сильно повезло. Далее, значит, мы ночью приехали в Воронеж на эвакуаторе, пока дождались, оставили... Кстати, кому надо, в Воронеже могу дать контакт эвакуатора. Классные ребята, недорого относительно всех остальных. Там сзади фура едет. Вот, могу дать телефон эвакуатора, могу дать телефон автосервиса, контакт, кто починил нам машину. Могу даже дать контакт авторазбора в Москве, где мы купили раздатку, которая у нас сломалась. Купили реально по рынку. Недорого, потому что, да, где-то были 25, там 27, 30 тысяч цены. Нам продали за 5 отличную раздатку в идеальном состоянии, вообще классная, без люфтов, без шумов. Короче, к делу не относится. Вот, мы смотались, ездили на арендованной машине в Москву на разбор за этой деталью, потому что доставку ждать пришлось почти неделю. Пока соберут груз, пока отправят, пока погрузят, пока вот эти все... доставочные вопросы бюрократические. Короче, взяли машину в аренду, съездили сами туда-обратно, примерно 10 часов заняла у нас эта история. Сегодня нам ее установили, и мы теперь продолжаем путь из Воронежа в Ярославль. По поводу Воронежа хочу поставить лайки городу. Очень комфортный, приятный, уютный город, теплый. Блин, вот он все еще остается южным, несмотря на отдаленность от непосредственно юга и моря. Очень классный город, рекомендую посетить. Там классно. Что это ты тут делаешь? Я рассказываю, как классно мы провели время в Воронеже, как нам все понравилось. А сейчас мы едем дальше. Следующая остановка — Ярославль.